1884 году в Москве Г. написал портрет Льва Толстого в Хамовническом доме, главный портрет позднего периода творчества. Толстой представлен в своем кабинете за работой над рукописью трактата «В чем моя вера?». Будничный, ежедневный и одновременно героический труд писателя за своим столом – внутренняя тема этого портрета. Г. разделял взгляды шотландского историка и философа Томаса Карлейля, книгу которого «Герои почитания героев и героическое в истории» очень любил, а на писательство как на форму современного героизма. Писатель – голос нации, символ, объединяющий ее. Правдиво сказанное слово – путь к бессмертию, считал Карлейль. В этом портрете художнику удалось далеко уйти от обычной рутины портретного жанра, открыть новые горизонты, новые средства образной выразительности. Прежде всего, Г. отказался от традиционного для психологического портрета XIX века фокуса портретного изображения, глаз портретируемого, направленных на зрителя. Часть критики и публики была шокирована. Голова опущена, глаз не видно, а с тем вместе почти не видно и всего лица. Для наброска карандашом или пером это идет, и могло бы оказаться очень удачным. Но так нельзя писать больших портретов. Еще один шаг в этом направлении, и мы рискуем очутиться перед затылком одного из наших великих людей. Перед очень похожим затылком, но едва ли кому нужно. С портрета Толстого портретное творчество Г. словно обрело новое дыхание. Композиционные и колористические решения портретов этого времени необычайно разнообразны. Характеристики точны и остры, и вместе с тем овеяны благодатным чувством любви, радостного приятия людей и жизни. Перетянутая грубым ремнем фигурка Марии Львовны Толстой вписана в вертикальный узкий холст. Необычное для Г. и традиции русского портрета решение подчеркивает ощущение нравственной чистоты, глубинной порядочности хрупкой и аскетичной, женственной и непреклонной дочери Толстого. Совершенно вне типовых схем отечественного портрета второй половины XIX века стоит композиция портрета известной деятельности женского движения Елены Осиповны Лихачевой.
Почеловед Павел Костычев изображен на фоне книжного шкафа. Фигура ученого вплотную придвинута к книжным корешкам, которые занимают весь фон портрета, словно отгораживая его от остального мира. В портрете Костычева, остро индивидуальном и в то же время обобщенном, Г. выразил тип книжного человека, живущего внутри книжного шкафа в мире науки, в сфере мысли. Работа над портретом для Г. всегда была связана с высвобождением сути человека, очищением его образа от пошлости жизни. Г. достаточно безразличен к внешней красоте портретной формы, декоративным возможностям портрета, сдержан в костюмной части. Может быть, поэтому многие портреты художника выглядят очень современно. Патина времени на них словно невидима. Г. чужда холодная, объективная аналитичность, ровно как и стремление к фиксации типических родовых черт модели. Он передает облик человека, доступный созерцанию только любви. Г. не анализирует модель, не иронизирует над ней, не подсматривает. Он смотрит на человека с доверчивостью влюбленного, и зритель почти физически ощущает токи душевной приязни между художником и изображенным человеком. Он любил людей, особенно молодых и слабых, любил ласку и сам был ласков, всегда искал истину. Доброта, бескорыстие и сердечное отношение к людским печалям были постоянными его качествами и никогда его не покидали, вспоминал Мясоедов. Если Грамской считал художника служителем истины путем красоты, если для Репина красота заключена в правде, то Г. в аксиологической триаде «Красота, добро, истина» ставил на первое место добро. Быть приверженцем романтической системы ценностей в век газет и вопросов значило слыть Дон Кихотом. Бессмертный образ Сервантеса отсвечивал в личности самого Г. многими гранями, особенно в последний, толстовский период его жизни, когда он странствовал в убогих одеждах, часто никем не узнанный, и проповедовал, где придется и перед кем придется. Донкихотство Г. этого подлинного аристократа духа проявлялось в его отношении к женщинам. Его женские образы поистине поэтичны, красота в них – это дар и дар счастливый. Портреты невестки Г. Екатерины Изабелло, курсистки Марии Габаевой – светоносные, одухотворенные, открытые. Полученная в дар красота должна быть отдана людям, принесена в мир. По мысли Г., красота милосердна и сама является проявлением милости Бога к людям. Г. стремился к близким доверительным отношениям с моделями своих портретов. Для знакомства с Герценом он долго выбирал место и время. Толстого он называл братом. Однажды, рассуждая об искусстве пейзажа, Г. сказал: «Чтобы понимать, чувствовать природу, надо забыть себя».
также забывал себя Г. перед лицом модели портрета, растворяясь в ней. Г. находился внутри личностей, которых он писал, становился ей, принимая свою душу и их мир. В этом его позиция по отношению к модели схожа с позицией романтиков. Среди портретов Г. нет ни одного законченного, завершенного характера. Ему были равно чужды как портрет-биография, так и портрет-характеристика, распространенные в типологии портрета второй половины XIX века, подводящие некий итог прожитой жизни, суммирующие свойства личности. Для его творчества противоестественно подводить итог живому и растущему организму, человеческой личности, самой живой форме из всех существующих, живое облекать в законченную, а потому мертвую формулу. Чувство бесконечного жизненного развития было присуще самому Г., и им он наделяет своих героев. Свидетели последних лет жизни художника отмечали, что он сам в свои 60 лет был нравственно бодр, свободен от уныния, разочарования в жизни. Нравственный максимализм, экстремизм Г. одних восхищал, других отпугивал. Среди художников второй половины XIX века фигура Г. по-своему трагична. Судьба Г. – предчувствие, предвозвестие будущей трагической судьбы Врубеля. Во времена, когда искусство начинало активно втягиваться в сферу рыночных отношений, Г. занял позицию принципиально некоммерческого художника. За свою любовь к свободе и роскошь всегда быть самим собой он заплатил дорогую цену. Бедность, отсутствие признания, гонение цензуры на его произведения, отшельническая жизнь на хуторе. Портретное творчество Г. не встречало понимания у его современников. В 1860-е годы он казался слишком архаичным, в 1870-е – избыточно эмоциональным и неряшливым, небрежным в своей живописи, в 1880-е – юридически смелым и потому непонятным. Неожиданность и смелость его композиционных решений принимали за ошибку и недомыслие. Портреты Г. нашли своих ценителей в лице участников мира искусства. Александр Бенуа видел в них проблески гениальности, хотя и считал, что до технической порядочности и правильного рисунка ему было безнадежно далеко. Но это так называемая небрежность и неумелость портретов Г., составляющий элемент его идеи живой формы, выдвинутой в противовес академической концепции совершенной формы. Портретное творчество Г. позднего периода отмечено появлением нового героя. В 1870-е годы
когда на волне интереса к крестьянской теме в связи с теорией и практикой народничества получили широкое распространение портреты крестьян, Г. оставался в стороне от общих интересов. Он обратился к крестьянским образам в 1880-е годы и оказался и здесь оригинален и не похож на своих современников. Перов, Крамской, Репин монументализировали и психологизировали крестьянские портреты, поднимали их до уровня портретов интеллигенции, старались обнаружить в крестьянской среде личности самостоятельные, думающие, тем самым пытаясь создать мост над пропастью, разделявший разные сословия России. Галерея крестьянских портретов – это скорее некий проект, обращенный в будущее России, нежели осуществившаяся реальность. Г. симпатизируя своим персонажам из народной среды, не пытался их идеализировать. Чувствуется, что время иллюзии интеллигенции по отношению к крестьянской среде прошло. Долгая жизнь на хуторе и занятия сельским хозяйством дали Г. возможность обретения опытного знания народной жизни. В крестьянских моделях Г. отмечает их косноязычие. В этюде «Старик-крестьянин», руки с посохом судорожно прижаты к груди, в глазах читается то ли обида, то ли жалоба, которую он силится выразить, но не может. Этюд написан в эскизной манере, каким-то рубленным мазком, не свойственным Г. в других портретах. Отношение Г. к крестьянским персонажам проникнуто симпатией и жалостью. В целом, галерея портретных образов Г. оставляет светлое чувство. Без этих портретов представление о его творчестве было бы искаженным, слишком мрачным, меланхоличным, надрывным. Они уравновешивают срывающуюся на крик экспрессию его евангельских картин. Работа над портретами давала возможность Г. находить подтверждение своей вере в человека, любоваться красотой его душевного мира, его нравственных качеств. Г. был оптимист, он верил в добро и глубоко был убежден в скором и возможном осуществлении Царства Божия на земле, говорил Репин. Последняя значительная портретная работа Г. – его автопортрет. Своего рода духовное завещание художника. Он исполнен зовущей энергией мысли и воли к жизни, не оставивших его на пороге смерти. Будто вспышка молнии на мгновение выхватывает из мрака фона глаз и совершенной формы лоб философа. «Как и весь кружок молодежи, – вспоминал Николай Ульянов, – я не могу только решить одного вопроса. Откуда у него была та сила молодой жизни, где черпал он свою непобедимую бодрость, отвагу, свою всегдашнюю оживленность? Где он брал эту искренность, эту ясность духа, которая привлекала к нему людей разных направлений?»